Следующий сегодняшний вопрос – это как удержать зрителя на своем канале? Очень важный вопрос, потому что нам нужно, чтобы когда видео дошло до конца, ну или до середины, там сейчас по-разному будет, увидите, чтобы зритель оставался на нашем же канале. То есть нам нужно как можно больше просмотров. Так, что мы делаем для того, чтобы удержать зрителя на своем канале? Мы делаем конечную заставку на видео, мы делаем подсказки на видео, и мы делаем логотип для видео. Логотип на видео. Его тоже нужно обязательно ставить. Итак, логотип. Как его добавить? Опять так же, творческая студия, настройка канала, брендинг. Нажимаем кнопку «Загрузить», выбираем изображение, меняем его размер, нажимаем «Готово». И далее обязательно укажите, когда в видео будет показываться этот логотип. Он может быть в конце видео, в конце последних 15 секунд, в заданный момент, на протяжении всего видео. Но я рекомендую или заданный момент, или на протяжении всего видео, потому что, ну, не факт, что новые подписчики, не подписчики даже, а новые зрители будут смотреть до конца видео. То есть это нужно очень хорошо человека заинтересовать, чтобы он в конце увидел логотип, по которому он сможет подписаться. Вот. Поэтому лучше или на протяжении всего видео, или в заданный момент. Все, нажимаем кнопочку «Опубликовать», и у нас логотип готов. Да, ну вот смотрите. Вот творческая студия. С левой стороны идет настройка канала в меню. В настройке страницы канала в серединке слово синеньким выделила брендинг. И внизу у нас идет логотип канала. Видите, да? Вот сейчас он у меня уже поставлен. То есть я на каждый свой канал поставила логотип. И я выбираю, вот, допустим, нижнюю, но вы можете и вот в заданный момент, и на протяжении всего видео, вот любая из них, она, в принципе, одинаково действует. Для чего это нужно? Для того, чтобы, когда идет видео, этот логотип практически не виден, он почти прозрачный. Но если к нему, то есть, ну, его видно, но он так, полупрозрачный такой. Если к нему подвести мышкой, то тогда сразу появляется кнопка «Подписаться на ваш канал». Какие требования у нас к логотипам? Ну, написано, да, минимальный допустимый размер изображения 150 на 150 пикселей, картинка должна быть квадратной, максимальный размер файла 1 мегабайт. Все. Вопросы есть? Вопросов нет. Меня зовут Десина Татьяна,
Я организатор фестиваля «Купалица», который происходит каждый год на Алтае в туристическом центре «Любогат», в центре народной культуры «Любогат». И, в общем, пришло время «Любогаду» открывать YouTube-канал. На самом деле, это была для нас очень просто большая миссия. Я, как человек, который взялся за это ответственное действие, я просто не знала, что делать, потому что мне, в принципе, довольно сложно осваивать новые интернет-площадки. И я даже новые программы на компьютере устанавливаю с трудом, обычно обращаюсь к специалистам, а тут новая площадка, и которая тем более требует раскрутки, требует очень больших знаний в освоении. И как раз буквально тот момент, когда я собиралась уже начинать вести эту площадку, толком ничего о ней не знаю, ни как загружать видео даже, ни просто ничего не знала, просто на выручку пришла Екатерина, которая имеет опыт ведения YouTube-каналов. Она пояснила, что начинать YouTube-канал нужно всем вместе, потому что YouTube требует продвижения, и для того, чтобы сразу стартануть, нужны необходимые знания. Есть, конечно же, платные вебинары, и достаточно полезные, но вот когда смотришь вебинар, как правило, вот сейчас смотришь и думаешь, ну когда же ты уже быстрее начнешь говорить, ну когда ты уже что-нибудь стоящее скажешь, ну что мне конкретно нужно. Вот Ира Тюнина, она смогла свои 3 коротких вебинара, там буквально по 20-40 минут, прямо самые выжимки туда запихать, и все просто разжевало настолько, что я просто взяла и сделала то, что мне нужно. Как бы, конечно, наш канал, он еще молодой, то есть он еще продолжает требовать раскрутки, то есть я еще продолжаю состоять в этом чате, продолжаю общаться с Ирой Тюниной, но я просто на 100% уверена, что наш канал дальше уже вырвется, и все будет очень хорошо. Потому что первые шаги я смогла сделать благодаря на самом-то деле ей. Вот. Ирочка, огромное тебе спасибо за то, что ты есть, за то, что ты помогаешь в развитии каналов. Это очень сильно важно. Спасибо.